Кому живется легче, детям или взрослым? Одни хотят скорее вырасти, а другие снова стать маленькими. В этом спектакле актерам не нужно создавать яркие острохарактерные образы. Им нужно говорить со зрителем и вместе с ним размышлять. Как говорят, маленький ребенок – это комочек неистраченных возможностей. И, то есть, если, например, я в детстве очень хотел стать астрофизиком, так получилось, что связал свою жизнь с театром совершенно случайно. А астрофизиком хочется больше быть. Поэтому, если бы я вернулся в детство, и у меня все эти возможности и все дороги передо мной открыты, а сейчас уже нет. Крахмальная, 92 – адрес детского дома, который основал Януш Корчик – польский педагог, писатель, врач и общественный деятель. Он же автор книги «Когда я стану маленьким». Одна из тем, которую он затрагивает, и она же нашла отражение в спектакле – детские проблемы. И их не меньше, чем у взрослых. Хотя многие привыкли думать иначе. Как раз это спектакль о том, что это прекрасно, но возвращаться не надо. О яркой жизни ребенка и о том, как ему в нем бывает и тяжело, и легко. Этот спектакль не только для детей, но и для взрослых. Режиссер уверен, смотреть и обсуждать его после просмотра лучше всей семьей. И, может быть, тогда разные поколения начнут лучше понимать друг друга. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком.